Мы рады приветствовать жаждущих экспертных приключений на канале Дамако. Сегодня с вами Станислав и Виктор, и мы продолжаем свое развитие в игре под названием Террария. Ну что ж, дорогие друзья, долгожданная вторая серия вышла. Давайте смотреть. Ну, что ты там посадить-то пытаешься? Щенен за мной гоняется, погоди. Фига себе, они тут чуть не изнасиловали члены все эти. Что за фигня? Будешь знать, как женщину выбирать. Воу! Я понял, это чисто мой персональный монстр. На Стаса не нападает. Хорош, меня член убил. А я какой-то... 7 монет серебра потерял. А как воскреситься? Еще одна птица, что ли? Что за летучие рыбы здесь летают? Ну как так маленькие? Я помню, мы такие же строили, когда раньше играли. Комнатки слишком мало для НПЦ. Ну ладно, сейчас будем расширять. Слишком маленькие дома. Ладно. Построим. Побольше. А то тут, видите ли, кто-то, видимо, привык в роскошных номерах жить. Ну да. Это могила, сейчас что ли? Будем расширять. Мы, главное, тут как челядь просто живем возле камина, возле этого. Вот столько им хватит? Очень сомневаюсь. Где ты вот железо там нарыл? Я не знаю, короче. Я пока даже не просто нашел и нарыл. Ни одного куска не видел. Так, желуди сраные, уйдите от меня. Так. Я иду вниз, мне нужно еще. Тут лишь бы только этот писюнчатый червь ко мне не пристал. Писюнчатый червь. А, жесть. Я поползу сюда. В эту сторону, надеюсь, что-нибудь так, найду. Опять ты? А ну иди сюда, я тебя оторву, твой этот летучий орган. Летучий орган. Это летучая рыба, которая с летучим органом летает? Не говори, летучий орган. Завалил ее. Не знаю, как тут летать. Так, и в другую сторону, да, надо расширить чуть-чуть. Так, шестерочка. Воткнем. Воткнем. Погнали. Нужно, говорит, найти, копать шахту и раскопать золото 200-250 руды или серебро. Нажмите в инвентаре. А, можно еще домик называть, точно. А какой где-то знак домика? Слишком маленькая. Этот дом подходит. О, все, я понял. Это слишком маленькая. Этот дом подходит. А заднюю стенку не надо даже делать, что ли, получается? Думал, что-то ползет. Эта музыка играет на заднем плане. Вот и гады. Так, у Стасяна там есть хоть железо? Какой-то цветок нашел. Странное растение. По-моему, за странное растение можно хилки делать, да, по-моему? Нет? Я могу себе сделать каменный меч вместо деревянного и забивать людей. Хорош, кто-то поселился к нам, Стас! Гид прибыл. Гид, ура! Гид, ура! Гид. Ура, Стас, спасибо! В нашем доме поселился замечательный сосед. Так, я понял, надо уйти. Ну, чтобы кстати, не заметил, тут, оказывается, была база с монетками. Все, сейчас он будет уже в домике, смотрите. Нет! Че нет-то? Ну ладно, гид, ура. А, так. Мне нужно еще покрафтить стенки. Земляная, его деревянная. Он так попахивает железом. Не дотянули с тобой с размером. Железо. О, господи. Где почему-то у нас комнате поселился. Офигеть! Такой типа вы идите, живите там, да? Ага. Гиды вообще борзеют, я заметил. Больше.
удобств больше. Ага. Личный персональный туалет. Вот, а так все в порядке. Борзота. Так, пойду хоть с ним пообщаюсь. Что-то я не могу с ним разговаривать. Гони эту собаку. Я знаю, почему не могу дверь открыть. Потому что нужна еще клеточка. О, можно потушить костер, прикинь. А потом заново его зажечь, наверное. Ну, конечно же. Не, кстати, вот для вроде игрушка простенькая, но продуманская. В ней есть интересные очень элементы и решения. Необычные. Это реально радует. Так. Я здесь, чтобы дать тебе совет в том, что делать дальше. Советую обращаться ко мне всякий раз, когда у тебя возникнут трудности. Советую тебе ко мне обращаться. Сэр! Есть много способов привлечь новых жителей в свой город. Конечно, нужны дома. Чтобы комната считалась домом. Так, это мы знаем. Можно использовать интерфейс дома, чтобы... Чтобы в городе поселился торговец, нужно много денег, 50 монет. У меня 27. Так, и изготовление. Поместите сюда материал. Факел сбил. И, типа все, что с железом, он показывает. Ну понятно, понятно. Все, надо идти копать дальше. Стас, где-то подо мной прям. Надо шахту к тебе продолбить. Давай это шахту что ли сделаю? Насквозь из дома? Да, просто вниз. Ух, кажется, я медяху нашел. Медь, а походу, походу такое чувство, что она типа реже добывается, чем железо. Я железо-то не всегда вижу. Здесь надо вниз покопать. Так, а единственное, что палочки еще. Там какие-то лифты мы еще делали, помнишь, с тобой? Вот, ты еще лестницу мне здесь зафигачил. Новый мистер Чудик. Так, а как молоток-то на пятерочку? Почему палочку не ставит? Слушай, я уж забыл, как все шахты рыть, а? А, это... А-а-а. Понял все. Нифига не понял, ну да ладно. Стас тоже нифига не понимает. Нет, там просто, там же можно, помнишь, было дощечки эти, при помощи молотка ты мог, короче, менять их формы постоянно. Смысле? Типа такая тема. Ну ты мог менять форму, например, ты мог поставить угловую форму или еще какую-то форму, короче, мог делать, чтобы лесенку, например, грамотно выстроить или уголки срезать таким образом. Ну типа для красоты это больше. Да? Не помню, хоть убей. Вот я сейчас как бы колдую, я пытаюсь ее отбить, а мне отбивать он ее не хочет. Я просто шахту к тебе рою вниз. Походу это я даже, наверное, о, торговец прибыл, смотри. У нас с тобой за счет деньги есть, Стас. Вообще богатей. А сколько у тебя денег? А сколько надо было? 50 золотых? 50 серебра, значит на сумме 50 серебра, видимо, есть. У меня 40 серебра сейчас. Так что есть, я думаю. У тебя-то 10 серебра, тогда по-любому есть. Ты еще тот, там пару сундуков ты уже притырил. Еще в этом сундуке что-то даже есть. Давай еще раз. Восьмерочка. Так, роем к Стасу. Стас, да тебе что-то далеко, ты где там закопался куда-то? Копаю вниз.
Что такое? Что там? Удивительно. Но нечто волшебное я нашел. Под названием руда медная. Очень много. Получается, ты когда в режиме через Ctrl, то у тебя и факела устанавливается на заднюю стенку, когда ты нажимаешь просто Shift. О-о-о. Какой-то камень, что ли, я нашел? Да, камень, наверное, нет? Я помню, что в конце лифта всегда должна быть это, как его... Так, я тут что-то нашел, пойду исследую, наверное. Давай, давай, давай. Веревки, монеты, сундучок. Mm-hmm. О, зонт! С этим предметом будет падать медленнее. Mm-hmm. Я точно помню, зонт — это хорошая вещь. Штука. Зонт рулит. Так, у меня места что-то не хватает в инвентаре, все это применить. Зелье скорости. Какой 20... зажиточный, Витя. 29 серебряных монет. Зелье возврата. Телепортирует вас домой. Мешок с растениями. Еще дофига мешков с растениями. Зачем эти семена нужны, а? Ну, походу, мы потом можем с тобой выращивать для себя сад какой-то, наверное, крутой. Наверное. У меня тоже есть мешки с растениями. Тут забираю. Когда следующий стрим? По террарии? Или вообще? Мы еще этот не закончили, люди уже просят следующий. Прикинь, насколько здесь. Какая игра, как людям нравится. Вообще не говори. Копательная какая. Это очень копательная игра. Тик. Я строю нам шар. Ля-ля. Оу, ля-ля. Уе. О, бэби. Давай. Дана. Дана. Ребята, а какой кнопкой вот я... Да. А ты себе полностью с этого же железный сделал ведь, или чё? Нет, чё тут столько всего нужно. А железный слиток не нужно там? Никакого угля? Ты чисто через дерево, да, это всё? Не-не-не, просто железо. Так, давай-ка вот тут размести меня, я тебе говорю. Чё ты как... Не родной, давай я тебе говорю. Размещай, где попало. Факела. Я ему хочу указать место, он не хочет. Так, конечно, с управлением здесь немножко туговато. Ну непривычно, с непривычки. Привык... Да, 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 непривычно. А я вот вроде уже с шифтом как-то прям мне аж комфортно стало. Вот через шифт, знаешь, киркой шифтом пользоваться. Да, вот через Ctrl, шифтом и потом что-то еще и факела расставлять очень удобно. Что это, камень? Нет, это уже руда. Опа. Медная. Медная. Руда. Вот там и копался, медная руда. Два слизня ждут меня. Я, подло, значит, шахту рою. А я что, не рою, что ли? Я ж как бобер просто прогрызаю. Ты не знаешь, через что делаешь. А бобер... я шахту рою. Она нам потом пригодится. Мы будем по этой шахте кататься вниз к сердцу планеты. Здорово. Глупый слизень. Глупые слизни. Кто-то самый глупый. Это ж слизни. Самые глупые. Это слизни. 10 000 рублей нужно сделать донатом бога, и тогда мне сразу кинут 10 000 рублей. Прикинь. Да ради такого можно просто тупо сделать властелина вселенной. Я пошел делать донат, в общем. Давай. Закончим на этом играть. Я за донатом. А ты строй. А, ты направо куда-то пошел. Смотри, какая у меня шахта красивая по мини-карте, погляди. Что такое? Это ловушка?
Меня травили. Да! Там ловушка, аккуратней. Там пещера такая интересная. Я даже не понял, откуда она летит. Там где-то кнопка была, я ее даже не заметил. Ну и ладно. Догер, Феррари вернулась. Так, это нам бога надо сделать. Здравствуйте, оборванцы. Вы что тут присели? В нашем доме. Так, ну давай. 10 рублей, да над бога. Сейчас организуем, погоди. Сейчас сделаем. Так, Стас, охраняй меня. Я пошел донат бога делать. Я не могу, я занимаюсь своим делом. Медная монетка, можно... Ух, так я могу что, могу сейчас, слитки сделать. Интересно, помещения. Что можно будет сделать тогда? На сейчас, донат бога. Так, как там его делать надо делать? Сейчас, погодите, будет. Смотрите, как вы Витю заинтересовали-то. Может, кирку сделать железную? Мне кажется, так было бы гораздо интересней. Кирка, наверное, в тему, да, пойдет? Меч тоже можно. Железный короткий меч, железный меч. Какой из них лучше? Наверное, просто железный меч, да? Там же повреждение написано. Написано повреждение. Просто мне интересно, очень высокая скорость. Ух ты! Слава выбрасывай. Какой-то зомбай прилетел ко мне в дырку. Высокая скорость. Да, он сверху свалился. Пустое ведро. И что мне теперь делать, как я буду строить, Стас? Тяжелый верстак. А что, всего один слиток стоит? Или сколько? 7 слитков стоит. Так, давай-ка мы кирку посмотрим. 12 железных слитков на кирку. Реально, меч стоит меньше. Mm-hmm. Меч стоит меньше! 12 железных слитков. Козлы. Не, ну реально, прикинь, на меч больше надо железа, если так подумать. Ну, по-хорошему, да. Он же большой. Большой меч, выкован. Проковать надо. А кирка там что, брусок взял один, воткнул палку по центру. Вот тебе кирка. Все, заточил ее. Но я сделал кирку. Как бы я ни возмущался, кирка мне нужна. О, подожженная стрела. Это, а вот это вот интересно. Так, а что? Факел надо, говоришь. Да хватит идти отсюда, пес. Воу. Да ёлки. Не давать дотронуться. Не давать дотронуться. Так, ну что нам еще нужно? Мне нужно срочно наделать еще кучу факелов. О, я могу из геля факел делать, прикинь. Ну так, а у нас факел из геля и делается. Там палка нужна, разве нужен гель обязательно? Для палка факелов? И гель, да, всегда. Деревянная стрела и один всего факел. Уги! Так, я почти сделал донат бога, ребят. Сейчас. Древесина и камень. Все. Я готов. Мне надо срочно возвращаться обратно. Мне такое интересно, что я буду. Мне такое ощущение, точнее всего, я по этому лифту, как будто я кокушками сажусь каждый раз. Так, я понял. Так. Знаете, как кокушками на забор. Тест. Тест на правду. Ну, то есть на честность человека. А то он сейчас такой. 10001. Сейчас типа что ты мне поверил что ли? Такой неудачник.
Сейчас. Слышишь, а затягивает игра-то, я тебе скажу. Прям вообще капец. Ведь видите, как затянуло? Пошел на 10 тысяч делать. Да, пошел 10 тысяч донат делать. Но если бы не было такого условия, я бы тоже пошел делать донат на 10 тысяч. Ну, Стас понимает, о чем я. Да ты, конечно. Так. Тем более, я сейчас уже почти закончил. А как... блин, я не могу посмотреть, к сожалению, ребята. Я чат-то не вижу. Мне просто интересно, есть ли какой-то способ быстро поражать хилку. Ловушка с дротиком, во, наконец-то. Он еще и фонарик включает, офигеть. Кнопочка хорошая. Кнопка Х. H. Хилка. H, да? Ой, спасибо, ребят, большое. Кто-то пишет Б, кто-то на Q. Ну, в общем, это. Найдешь. Да, найдешь. Я что такое? Работает! Все, ждем 10 тысяч, ребят. Я сделал донат бога, ждем 10 тысяч. Так, как эту чукчу теперь убить, которую ты не засадил сюда в кишку? Как же офигенно кирка копает. Ты что, сделал железную кирку? Да. А мне? У меня было только 12 слитков. А как ты прошел? Мог бы и на меня где-нибудь накопать, а? Ну, у меня было всего 12, я же говорю. Ну ладно, я к тебе тогда пошел. Было у него 12 слитков. А ну быстро мне тоже железо накопай. Золото, Стас, смотри. Ты видишь? Это песок. А вот это внизу золото, походу. И медиахат. Так, нам надо разделиться. Как в любом хорошем фильме ужасов. Тут еще дом заброшен. Вау! На меня песок обвалился, прикинь, занамажил. Потом стекло сможем делать, наверняка. Золотой сундук нашел. Зачарован. Это я вот к нему шел, а кто пришел, такой, о, я к тебе и заберу, да. 10 тысяч ему, значит. Слитков, зелье лечения, зелье ночного зрения, зелье ванграфа. Кипец, можешь вообще ничего не рассказывать. 56 серебряных монет, статую ангела тебе оставлю. Да на пенсии можешь ее забрать. Ну-ка, как он работает. Я сейчас сдохну, блин. Я сейчас захлебнусь. Надеюсь, так и будет. Во-во-во, бумеранг вообще. Надеюсь, ты захлебнешься своей жадностью. Еще и железа куча. О, Стас, ты здесь такую штуку проворонил. Я проворонил, я к ней шел. Зато ты золото собрал. Да иди ты. Да ты вниз даже не собирался. Я хочу уйти от Вити. Не уходи. Из его клана. Нет. Пойти к другим людям играть. Ты можешь хотя бы пойти пощупать золотой сундук, если хочешь. Да, больно мне он нужен. Можешь пойти посмотреть на то, как я прекрасно живу, как я все собрал? Ну а как еще? Витяс, ПДР. Не ПДР, а ДПР. ПДР это сокращение от пугательного. А танки были, меня спрашивают? Да, ты все пропустил. Да. Был грандиозный бой, там вообще пипец. Чего только не было. Еще обновление ввели, теперь и на ракетах там можно стреляться. Пипец, было круто. Ты все пропустил. Да, на мечах, на кирках сражаться. Стас, я очень мимо дома прохожу и чуть левее, чуть ниже. Я не хочу тебя знать. Я пошел направо. Я хочу сделать свой собственный дом. С Блэкджеком. Я медяки нашел еще кучу. Я тут, понимаешь, рыл. Железных 14, 12. А я могу вольфрамовую ведь сделать, да, наверное? У меня же теперь вольфрамовых слитков дофига. Это пауки, что ли, здесь? Что там у тебя, пауки? О, да. Что это такое? У-у-у, сапоги Гермеса можно надеть. Может бегать супер быстро. Вау, шикарно. Вот, а куда мне их надо одеть, ребят?
Как вы думаете? Армия не наденутся. Ладно, хорошо. Железных слитков еще дофигища. Деревянных стрел дофигища. Нашел там этот? Золотой сундук я нашел. Ребята, Стас нашел золотой сундук, как я. Должна же где-то справедливость-то быть. И какая-то статуя гаргульи в натуре. Что это за... Может, мы ту статую гаргульи себе возьмем? Да можно, конечно, но я как-то особо не вижу ее смысла, у нас там места-то мало. Да что ты понимаешь, вместе. Надо там красиво облагораживать, построим огород, ну, гаргульи охранять. Да, огороды, гаргульи, чего понимаю. О, все, я в лед пошел, то мне явно туда нельзя. Не, в лед не надо, я вот медяху тут копаю. Так, Витя, когда кэтс? Там не люди, а? Тут мы играем в террарию, которую нужно проходить часов 30 минимум. Ну, при нашем скиле. Я понимаю, что там можно фастраном ее пройти за минуту. За час. О, за минуту. Сердце нашел. Ха-ха, Стас неудачник, самый ценный пацан. Это просто так вырвалось. Так. А меня потом еще спрашивают, почему я ненавижу Витю. Да ладно, никто такого не спрашивает. Все не предвзято отношение к Витьку и все. Слушай, ну бумеранг топовый вообще. Никто такого не спрашивает, все и так знают. Слизни тут. А мог улететь от меня навеки и все, и не вернуться. Такое. Я нашел одну золотую рудинку. Маленькую грудинку. Баранью. Слушай, что мне медяха одна попадается? О, я еще хату какую-то нашел. Ай, ай, слизень, слизень. На. Ой-ой-ой, только не падай, друг. И не подходи ко мне больше. О, у меня червь, ко мне червь пришел. Писюнчатый червь, аккуратней. Так, защитный облако в бутылке. Можно надеть. Позволяет владельцу делать двойной прыжок. 13 железных слитков, ни хрена себе. 77 монет. Кто больше называется? Давай, писюнчатый, натакуй. Получил! По писюну по-своему. Летает. Я могу двойной прыжок делать, Стас! Так, мне ботинки надо одеть. Они вместо обычных ботинок одеваются. А они мне что, брони не дадут? Нет, тебе не нужно. Слушай, а здесь в этих домах классный лут. Ну ладно. Я-то думал, что тебе типа, можно... Ты играешь со Steam в террарию, меня спрашивают. Ну а откуда же еще? Ух ты! Ух ты! Летучая мышь! На тебе! По кумполу. Для приготовления зелий, понял. Так. Не, ну вообще прикольно, мне нравится. А вам нравится, как мы играем со Стасом в террарию? Зелье червоточины. Чертовщины чуть не прочитал. Что за зелье чертовщины? Походу подходит хорошо. Не знаешь, интересно, потому что ты копаешь где-то там у себя, я копаю где-то, мы с тобой такие чисто в побеге за ресурсами. Очень увлеченная. Вот опять же игра, я обожаю вообще выживалки всякие подобные, да, ну вот как бы вот такие, в таком стиле игры. Но вот это вольфрамовая руда, оказывается, елки. Но в чем огромный минус таких игр, то что когда лично я в них играю, я очень пытаюсь там типа сидеть, что-то крафтить, собирать, я постоянно весь такой задумчивый, вдумчивый. Да, сейчас когда боссы еще пойдут, я даже не помню, где тут первый босс. Ой. Взять. Ты помнишь?
Да прекрати. Так, мне порталы использовать, а? Только погоди, мы же кровать не ставили, телепортироваться-то некуда. То получается тоже вольфрамовая руда. Так это песок, да? Витька ушуршал куда-то налево, да, получается? Ну ты по карте посмотри. Я тут? Ой, это там где-то вообще далеко. Я там вправо там этот. Вправо там ледяной биом. А у тебя там нормально вниз ты идешь? Да, у меня вообще зашибись тут железо, медяха, вольфрам! Что это такое было? Сейчас, наверное, ночь на дворе. Сейчас, наверное, ночь на дворе, и нам будет сложновато. Сейчас зомби начнут приходить. Ловушку с дротиком нашел, прикинь. Да, и мне что, такая убила. А, нет, все, сейчас закончится. Ух, вольфрам вообще нужная штука, ребят. Примерюсь. Жалко, фонарик нельзя включить в воде. Давай сольем эту воду туда. Иди сюда. О, железную дорогу нашел, Стас. Все, едем. Это значит, там какая-то местная опасная, короче, локация, да? Потому что мы с тобой как-то заходили в подобную. Я помню, железная руда, дорога, да, она насквозь проходит через весь остров, и там на ней едешь, там, и там можно вокруг этой железной дороги столько всего налутать. Да, он там опасный. Я помню, что там какие-то твари прям жили опаснейшие. Там, по-моему, птички летают. Это же пещера огромная, там эти... Как они, птички, эти пиродатики, как мышки летучие. Угу. Мышки пахучие. Только я не помню, как сесть на вагонетку и где она вообще. Ну, еще как на вагонетку сесть? Или мы пока не можем? Надо домой возвращаться. Собирать себе, крафтить вещи, короче. Меч себе сделать, броню. Кровать, в конце концов, чтобы было можно тебе телепортироваться. Я погнал. R нажми. О, R вагонетка, Стас. Пинг. А как выйти? R. Так, ты домой, да? Да, я домой. Так, молоток, ты что там сказал? Витя, используй сердце. Да сейчас использую, никуда не денется. Я разгоняюсь. Я как паровоз просто. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Да запрыгни. Какие-то зомбаки тут дышат мне. Так, я тоже, наверное, поднимусь все-таки. У меня же дабл джамп. О, я биом какой-то новый нашел. Грибной. Припустим. На улице, что ли, дождь? Это ты у меня спрашиваешь? Не, я просто слышу наверху. Ты поднимаешься, да? Ага. Так, вот еще вольфрама кусок. И вон там вольфрама кусок. Сколько здесь вольфрама? Я не помню, да, что у нас такой душ. Вольфрам с тобой был. Может, вели? Может быть. Что, дабл джамп, это круто. Так, что у меня тут? 7, да? 7. А здесь у меня что? Горшки, ёлки-палки, Стас. Нет, я сейчас горшки. Не пойду. Молотки. Как там ломать-то двери-то? Ты красный слизень. Мощный. Иди сюда. Рыба гуляет? Серьезно? В смысле гуляет? Просто ходит рыба, прикинь, под дождем. А, есть там такая, да. Фига. Это какое-то колдунство. Ух ты, какой мощный, да? Это ненормально. Рыба себя вести так не должна. Я единственная ходячая рыба. Синий сундук нашел, Стас. Я не знаю, что это такое, но надо его брать. Без него не уйду. Так, а я расширяюсь немножечко. Что это такое, деревянная стена? Как раз ты мне нужна. Так, как тут попасть-то? Все, да? Ой, берем.
Ух ты. Фига себе, зомби в костюме. Этом. Знаешь, от дождя. В дождевике, во. Представляешь? Сейчас, погоди, сундук. Так, а я пока посмотрю, сколько меч стоит сделать. Что это такое? Мне еще типа слитков не хватает. Сколько что ли? Золотой слиток. Близняк, еще более крутой. Шли вон. Так, сколько там надо на меч? Железный короткий. Я возьму железный просто меч. Так. Сейчас Витя доберется до этого сундука. О, еще один в дождевике. Я думал, это особенный какой-то. Дыхательная трубка увеличивает время дыхания под водой. Тата, 7 слитков, сюрикен, зелье света, зелье возврата, 17 слитков, вот 70 монет. Ну, такое себе. Запекала, спасибо. И не приходите к нам больше. Пинк. Так, что такое? Так, счастливое руководство. Опять, сколько здесь всякой... По волокнистым веревкам, что ли, веревкам. Это что значит? Можно надеть. Позволяет собирать лозу. Что-то крафтить из них, да? О, так это, ну да, типа того. Плюс 4% к шансу критического удара. Да господи, зачем эта трубка нужна? Такой бред. Правая клавиша, чтобы мешок срастить. Ага, понятно, ладно, пока мы его оставим. Хилки, пола всякие. Так, я еще золотой сундучок нашел. Мне очень много медной руды. Бойкие шипастые ботинки можно надеть. Позволяет скользить по стенам. О, это крутая штука, я помню. Так, еще бомбы. Еще сюрикены, зелье, факела. С дротиками, нафига все это барахло. Паутина, наверное, пригодится. Я тоже чувствую себя каким-то монстром. Вольфрамовую оставим. Я просто иду и ломаю тут всем лица. Так, а я могу как-то ее перекрутить? Ну, пускай так стоит. Так, нужно кровать сделать. Да. Обязательно. А это что такое? Это зомби с... на голове у него слизень? Да, есть такой. Вот. Люк есть, люк. Я твой отец. Люк это... это да, я твой отец. По-моему, все говорят именно эти слова, как ты слышишь слово люк. Мне такое чувство. Ой, я в какой-то биом вышел. Слышишь, а кровать-то я здесь и не вижу. Вижу сундук, вижу стул. Кровати нет. Надо как-то. Так, стоп. Тихо, мне надо открыть дверь. Железный забор. Можно даже вагонетку сделать, прикинь. Золотой слиток. Давай из медяхи что-нибудь сделаем. И посмотрим, что я могу из медяхи. Ага, я живой. Медный лук можно сделать. Никто не победил. Мне интересно, медная броня эффективна? Ух ты. Так, ребята, если я сажу сейчас зелье возврата. Нажми на Ctrl и копай. Да все понятно, как на Ctrl и не на Ctrl. О, вольфрам. Сколько нам вольфрама со Стасом нужно забыть? Нужно ли вообще? Сколько нам надо забыть этого вольфрама? Я надеюсь, что моя шляпа в виде слизня мне достанется.
Так, Витя, забирай сундуки. Зачем они? Куда их девать-то? Мы их и так можем скрафтить. Да даже если не можем, можем пойти и забрать. Что это такое? Ты глаз. Твои монетки. Что это такое, ребят? Слышишь, Витя, может давай остановимся с тобой? Что ты думаешь по этому поводу? Возвращайся, может, домой? Пора уже. А, точно. Уже скоро матч, ребят. Да-да, с ней Россия играет. Так, хорошо, давай тогда. Я сейчас попробую зелье тогда прожать. Вот последний сундучок нашел. Счастливый радар. Можно надеть. Обнаружить врагов рядом с вами. Надеваю. Как ты меня ударил, этот писюн? Папашечка, деньги. Все мое. Так, давай пробуем зелье возврата. Попробуй, может вернешься. Кровать я, кстати, так и не нашел, как крафтится, потому что, ну, я просто тупо не вижу ее. Как его использовать? О, деревянный ее можно сделать. Прямо из инвентаря можно как-то использовать или нужно обязательно перекладывать? И куда я его дел? Прикольно, прикольно, прям приятно. Приятно вернуться. Покопать немножко, повеселиться вот таким образом. А, мне еще кристалл жизни есть. Ну, нужно сейчас только привыкнуть. Ведь к тому же себе хпшечки насобирал, а у меня вообще нет. Я еще пока ни одного сердечка не встретил. О, да, ты вернулся. Я возвращаюсь рядом сюда. У меня этих зелий 11 штук еще осталось. Ох, круто. Смотри, у меня какой бумеранг. У меня есть 3 штуки. Да, так ты, я же видел, ты собрал возле меня мой сундук золотой, которому я шел столько лет. Та-та-та, один враг поблизости мне пишет. Смотри, как я им бью, круто. Пиу, по демоноглазу прям так. Пиу. Ну-ка, давай на писюль его. Давай, бим. Вот так вот, да, у него вообще не было шанса. Вообще не было, согласен. О, а вон торговец пришел. Ну что? Я не знаю, у нас на 2 серии-то получится здесь, нет? Не знаю, посмотрим. В общем, ребята, это либо конец первой серии, либо конец второй. Скорее всего, второй. Мы так хорошо, классно копали, мне понравилось. А если вам тоже нравится, не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать, писать ссылочки на группу ВКонтакте, делиться с друзьями, добавлять плейлисты, не забывайте прожимать колокола, а если уже прожали, отжать и прожать еще раз, чтобы вам уведомление точно пришло. О! Да, это обязательная статья, Тима, действительно. Помогает. Ну что, всем пока, дорогие друзья. Всем пока!